Как часто можно тренировать пресс? Новичкам в первые месяцы силового тренинга качать абдоминальные мышцы можно и 5 раз в неделю. Наличие отложенной боли поможет в прямом смысле чувствовать мышцы живота, что резко повысит эффективность тренировки пресса. Однако речь идет о выполнении единичных упражнений на пресс без дополнительной нагрузки или простой тренировки в домашних условиях. Полноценный комплекс упражнений для развития мускулатуры пресса потребует порядка 48-60 часов для восстановления. Отдельно отметим и то, что без более частой тренировки мышц пресса совершенно не способны убрать жир живота быстрее. Для этого необходима исключительно диета. По сути, они лишь вызывают перетренированность и негативно скажутся на общем процессе. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч!